Ну, Синар сегодня по праву является лидером нашего чемпионата. Команда организована, команда мистеровита, плюс молодые футболисты, видно. Растут, прогрессируют. Ну, а что касается по сегодняшнему дню, могу сказать следующее. Соперник наш ездил в Мерседес и получал удовольствие, а мы на Запорожце мучились. Вот вкратце и все. Спасибо, Владимир Викторович, пожалуйста, ваш комментарий. Ну, мы сегодня, как вы говорите, столкнулись с рядом кадровых проблем. Пропускал игру Шахметов, не смог по болезни. Наташа Бастрика, Сплатартов. Второе, у нас первый для порочек. Просто один из батарей, Дима Футюров, получил травму в Сыктывкаре. И сегодня вторым батареем Батардубля, Саша Костромин. Но, несмотря на это, в принципе, ребята смогли выйти на матч очень мобилизованно, собрано. И то, что мы в начале игры забили два мяча очень быстро, наверное, и предопределило течение всей игры. Не забей мы эти голы, возможно, игра бы перешла бы совсем в другое русло. Возможно, соперник бы зацепился за счет, и нам было бы гораздо сложнее. Но получилось так, как получилось. Когда счет стал расти в нашу пользу, конечно, игра стала гораздо легче и, ну, и, наверное, приятнее, что ли. И в втором тайме действительно много получалось. Ребята получали удовольствие от игры. Даже пошло какое-то соревнование на скамейке, кто сколько забьет. Абрамов очень хотел забить и забил. Шестеров давно тоже не забивал. Было у него такое желание. Но, опять же, сегодняшняя игра, это всего лишь первый матч, завтра будет второй. Я уверен, что соперник к завтрашней игре сделает определенные выводы, и завтра игра будет носить совсем другой характер. Сегодняшний счет, он все равно, наверное, не отражает какого-то, знаете, ну, превосходства такого уж огромного над соперником. Потому что, если смотреть по таблице, по результатам предыдущих матчей, прогресс никому не уступал просто так. Всегда шла напряженная борьба, всегда результат матча был 2-3 максимум мяча. Я думаю, что завтра нам нужно готовиться к тому, что сейчас наверняка Валерий Валерьевич затемнится, скажет, одним у нас завтра тяжело будет. Но я думаю, что завтра они выйдут и будут играть собрано и мобилизованно. И на сегодняшнюю игру, завтрашний матч похож на это. Приглашаю всех завтра на игру. Спасибо, пожалуйста, вопрос.